Чат, если у вас лагает YouTube, ролики дублируются на Дзен. Ссылка будет в описании под видео. Так, тут у нас сейчас справа, слева, да? Вроде бы. Чувак вроде проходит, вон, ладно, давай пойдем с ним. Ага, он лег что-то там высматривать. Чевыки? Да. Запоминайте, чат. Вот с той позиции видно спаун. Это он убил его и просто дальше сразу пошел. Эти нюансы надо понимать на картах. Да ладно, где? В доме, походу. Или? Непонятно. Знаешь, критики? О, брат. Это жулики. Шайтаныч, когда Дейс? Тофу спрашивать, чат. Я не знаю. Ёлки-палки. Кто там гранату у вас, бля? За звук. Так. Кира, этот с теплаком, что ли, чел? Это теплак же у него на башке. Походу, теплак. Что вы? Пот. Вот здесь у нас бегает один. Блять, путик. Голова была у чела или источник?
бот, да? Вроде бы. Опа, блядь. Одного ушатал. Че, наш чел? Сдох, да, один, блядь. Так, наш чел еще одного убил. Здесь так нельзя? Блядь. Блять! Так. Машинка на чем, интересно, у него? Наверное, что-то болючее. Мне тут не видно. Образом. Ой, там двое еще. Вот это наш коллега. Очень опасно лежит. Может, у него водичка есть? Блять, фух. Птички в арене хавают гидрацию. Блиново. Это походу друг того вот там сверху, которого я убил, с МП-5. Может, ты хоть притащил мне воды?
Аптека уже пойдет. О, вода! Разгрузка-то получше. А еще мозг этого не осознает в этой игре. Эть! Так, что у нас, чел? Чел уже вышел, походу. Ну, ладно, пойдем тоже там на выход. То есть вот практически как... Блять. Как вторая карта тут называется? Блять, дерево. Долина, да? Вот примерно как долина. Только если бы... этот, как его называют там, отель-то этот. Вилла. Вот если бы в долине вилла находилась бы по центру карты. Вот это лямчик вынесли. 5 типов убил, блять. 5 чевок в чат. Вот, если бы вилла находилась по центру. То есть карта примерно квадратная. И вилла вот по центру. И там, допустим, несколько сейфов. Все, это было бы прям мега интересно. Все бы бежали в центр на равных условиях подраться. Когда вот арена Breakout только вышла, я смотрел стримы Шрауда, например. То есть это они тимой... Ёлта моя, бомжи. Они тимой бегали, лутали в долине сейфы. То есть там сейфы были прям нормальные такие с лутом. И вот все бежали туда в долине лутать сейфы. И у них каждую катку были зарубы на вилле. То есть либо они рашут типов, там закидывают гранаты в окна, да? Либо типы им закидывают, тымы прокидывают, пытаются пробежать по окраине вот этой виллы, там где кусты. Блять, это было интересно смотреть. Прям вот просто смотришь, блядь, кайф. Тупо кайф. Вот у нас на спавне сейчас выстрелы. Хочу ли я их пойти закрыть? Как будто бы да, мне интересно. Ну попробую. Хотя по логике делать этого не надо, конечно же. Надо бежать в центр и типа в центре ждать их, пока они придут. А, они на втором уже, что ли? У меня каска-то, блин, глухая, я ж не слышу ни хера по звукам. А, нет, вон они справа там до сих пор где-то. Так, один. Там второй. Второй. Ай, блядь. Ай, как больно. Две тычки. Бежит, да? Бежит. Ой, блядь, хаешка. Все, хаешка. Все. Капец, больно. Просто тап, тап. Там, наверное, СВД какая-нибудь или типа того. Ладно, не да, СВДшка. Сейчас разберем. Вот этот спаун я вообще не понимаю. Тут вообще как-то можно выйти, не стреляясь. По сути, слева у тебя спаун, да? Справа у тебя спаун. Вот, вот уже правые стреляются между собой. Ну, то есть с ботами. Так, один минус. Ну, то есть как разработчики предусматривали вообще вот этот спаун? Они так рассчитывали, что ты должен заспауниться и сразу драться с двумя другими спавнами, или как? Don't blame me.
На мобилках же вряд ли люди там бегут на шифте и там типа с разворота 360 голову ставят, правильно? Они же, скорее всего, сидят. Слева бегает. Может, мобилки тупо не успеют своими пальчиками камеру развернуть. Чё, блять? Откуда он тут взялся, чел? What the fuck? Я настолько глухой, да? В этой каске. Или он тут лежал все это время? Ой. Что-то в меня прилетело. Скорее всего, оттуда, за озером, наверное, что-то. Вряд ли здесь в упоре. Хотя, блять, подожди-ка. Убил его, блять. Что с гранатой прилетело? Слышали? А, не показалось. Он еще один бегает. Players. In my granite. Есть у тебя бейсбольчика хряпнуть что-нибудь? In my mark. One enemy, I think. Yeah. You killed one guy on your mark. Yeah. Kill. You killed two or one? One. You killed two. One more. I killed two. I think one more, maybe. One, two, three, and four. Back. House. Nice. Как же вы неприятно лежите, хрен залутаешь. О, блядь. Вот этого дяденьку я убил. Блядь. Ёп. Big rocks, I think. Так.
ну-ка. Что-то он не отсвечивает. Так, а он прячется в подсумок в этой игре, да? Сколько он стоит, я даже не знаю просто. Надо ли его прятать? В принципе. Кто, блядь, мне в спину стрелял? Ботик, что ли, какой-то? Где он, блядь? Это демон. Валяма. Пойдет такое нам. Ой, полная мать броня у типа. Пятый класс брони. Так. И тут тоже пятый класс брони. You need 6th level helmet. Take. Все, уходим отсюда. Так, ну вот эта катка ляма на 3, наверное, тогда в таком случае. Если оно засчитает типлак как за, ну, за деньги. 3 ляма. 5 киллов, кстати, опять. Найс. И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.